зараз про інше, про музику в стилі мяу. Ви про таке не чули? То маєте нагоду дізнатися просто зараз про чергове дніпропетровське ноу-хау. Давні колеги по музичному цеху зібрались разом, аби знайти нове соковите звучання. Кожен із них так чи інакше у свій час мав відношення до відомих дніпропетровських колективів «Дом Грибоєдова» і «Тайна третьої планети». Тепер вирішили створити щось принципово нове. Ми на почві якогось романтизму вирішили зробити те, що ми збираємося вам предоставити в виді музыкальных и каких-то поэтических строк в формате, который я обозначил словом «мяу». Ну, просто если послушать, я не знаю, что мы играем. Мы играем, ну, такое «мяу». То есть безо всяких претензий ни на что, ни к чему. И просто захотелось и сделали. В первую очередь мне очень понравилось поработать с музыкантом Сережей Жбановым. Он сочиняет очень талантливые, такие витиеватые, но по-своему мелодичные, прекрасные гитарные штуки. И вот мы с ним оба неровно дышим к электронной музыке и вот захотели наконец создать что-то свое. Но когда работа началась, мы поняли, что это оно. У вирі рок і поп-команд гурт «Мяу» вирізняється не тільки мелодіями, але й наявністю певної цензури, романтика та гра почуттів. От що є важливим для творчості цього молодого бенду. Я в кожному проєкті стараюсь бути самим собою. Просто тут весь этот, ну, формат именно этой музыки ограничивает меня в какой-то степени нахлёстывания самой іронії, которую я в других проектах преподношу более явно. Ну, я имею в виду формат, я имею в виду цензуру. То есть здесь я больше играю на чувствах, а в остальных проектах я добавляю большинство там физиологических особенностей отношений между мужчиной и женщиной. Електронну складову проекту відповідає Андрій Соколов. Головна ідея – створення принципово нової музичної концепції, яку можна буде представити на будь-якому концертному майданчику – від затишного арт-середовища до нічного клубу. Петровске, ну вот, наверное, есть своя какая-то квота диджеев, которые играют преимущественно в клубах, поскольку все-таки электронная музыка и танцевальная мне интересна, а Днепропетровск преимущественно исполнен рок-групп и близких к ним, там, трип-хоп, что-то такое. Но кто-то вот прицельно электронику, наверное, не делает. Есть проекты, которые с нашими ребятами днепропетровскими, но они уже как бы рвутся давно в Киев там и дальше. Вот. Но создать это на локальном уровне для меня интересно сейчас. Свой кач танцевальный есть, по крайней мере, мы так ориентировались ближе к стилям хаус, там, с вкраплениями лаунжа. Какого-то електропопа, як то так. Музиканти впевнені, шанувальників такої музики знайдеться багато. Здесь уже більш доступний такий матеріал для общих
масс и возрастной ценз данного проекта может мигрировать от, я думаю, от начала пубертатного периода, заканчивая, собственно говоря, старостью.